О, кстати, там какой-то чел в маске анонимуса пришел. Маску! 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 Какой-то чел в маске анонимуса пришел, ну ладно. Все началось вообще с чего? У Сережи в телеграм-канале вышел пост о том, что 9 июля в 15:00 по местному времени будет сходка в Казахстане, Алматы. Я такой подумал, ну, а что мне делать? Пообщался с некоторыми друзьяшками, прошло буквально полчаса, и я беру и покупаю билеты в другую страну. Все, я оплатил билет, сходка пройдет в городе Алматы 9 июля. Ребята, я лечу на сходку к Домеру. Да, вот так вот быстро приходит решение в нашем мире. И со мной. Вот, ну, я покупаю билеты прям за полчаса, и после чего довольный иду стримить. Все, в принципе, произошло очень быстро. И об этом никто не догадывался. Чтобы вы понимали, о моем полете знало всего два человека. Близкий друг — это Олег Этлер и Аня Ефимова. Вот, то есть даже мама не знала, и поэтому я решил, что нужно это исправить, и купил цветочки и пошел к маме. Вот, кстати, ее реакция. То есть лайк, если любишь маму, подписка и колокольчик, да? Да. Реально? Да. Так еще делают? Я думаю, да. Как тебе, хорошие цветочки? Да вообще. Мама, я завтра улетаю к Домеру на сходку в Казахстан. Да. Насколько? А, ну 10-го вернусь, июля. То есть буквально на 3 дня. Прилечу, представь, он не знает об этом. Блин, такая идея на самом деле, мам. Вот, так что сегодня в 4 часа ночи я уезжаю в аэропорт. Сегодня? Да. Уже? Да, вот так вот, это очень быстро все принялось. Один. Один полетишь? А букет? Ну и вот, то есть на данный момент знал 3 человека. Просто я не хотел, чтобы кто-то другой знал. Сами понимаете, чем больше народу знает, тем больше шансов, что это разлетится, и Сережа об этом узнает. А самое главное для меня было, чтобы Серега об этом не узнал. Поэтому переходим дальше. Как все было? Я поспал, проснулся, собрался и в итоге заказал такси и поехал в аэропорт Жуковский. Я впервые был в этом аэропорту, потому что до этого у нас только Внуково, Шереметьево, Домодедово. Это такой маленький аэропортик. Короче, все для меня было впервые. Я впервые летел в Казахстан. Впервые был в Жуковском. Посмотрел на аэропорт, дождался, сел в него и полетел. Ну и все, в итоге осталось 24 часа, я приземляюсь, выхожу уже в Казахстане, я такой в шоке, вау, как тут прикольно. На самом деле, Казахстан очень похож на Россию и очень гостеприимчив, поэтому спасибо всем, кто смотрит меня из Казахстана, привет всем вам, вот, у вас очень круто. Вот, я был в городе Алматы, как раз где была исходка у Домера. Вот, ну я сразу заказал такси, и я заказал не к отелю такси, а к Достык Плаза. Это то место, где будет проходить сходка у Сережи, точнее, где проходил. Ну и все, я заказал такси и поехал. Я в шоке. От идеи до реализации прошло, по сути, 22 часа. И я уже в другой стране, ровно на том месте, где Сережа говорил о том, что у него будет сходка. Вы понимаете, что я делаю вообще? Это реально Достык Плаза. Я реально прямо сейчас нахожусь здесь. И реально прямо вот тут вчера стоял Серега, Домер. Вот на этом месте. И говорил о сходке. Ребята, я думаю, это точно заслуживает лайка, подписочки. В любом случае, вообще. Офигеть. Кстати, в этот день, я помню, очень важно мне было купить кофту. Потому что я был только вот в этой футболке. То есть я был, вот посмотрите, отойду. Я был только вот в таком аутфите. Больше на мне ничего не было. Ну, рюкзак с собой. Поэтому я купил вот такую кофту. Я где ее купил? Я вот замажу, из какого она магазина. Попробуйте отгадать в комментариях, где именно я ее купил. Вот, если что, вот эта бирка. И кофту сейчас я вам покажу. Может, кто-то найдет, отыщет в итоге. Ну, что за кофта, будет, наверное, в моем телеграм-канале. Вам я дам ответ там. Поэтому подписывайтесь. И у меня с собой еще была вот эта маска. Я ее купил за день до полета, как раз здесь, в Москве. Ну и все, потом я пришел в отель, лег спать и... Все, этот день настал, ребята. 9 июля, 00:00 по местному времени. Через 15, я даже заскриню это, через 15 часов я увижусь с Домером. А сейчас я ложусь пораньше спатки, чтобы с утра распланировать все, что да как сделать. Так что вот так вот. Все, спокойной ночи, ребят. Я накрываю вас. Ребята, доброе утро. Есть очень хорошие новости. Во-первых, осталось 3 часа до сходки. Второе, сейчас время 11:31. Это значит, через полчаса мне нужно выселяться из отеля. Для полного погружения я надеваю кофту. Потому что, по сути, по всей хронологии событий, я выспался, выселился из отеля, оставил свой рюкзак в отеле.
И мой набор выглядел вот так вот. Это вот эта кофта, маска в кармане, я сейчас не буду засовывать. Ну и все. Короче, осталось 3 часа до сходки, вы понимаете? У меня такое предвкушение. Я пошел покушать в Макдональдс, помню. Прям наелся, чтобы уж точно, потому что я не понимал, сколько времени мы проведем. После чего я играл в долгие прятки в торговом центре. Потому что люди потихонечку начали приходить. Я пугался то, что кто-то меня вычислит, кто-то там поймет то, что я руда. И я очень не хотел, чтобы меня полили. Как быстро. Вот я примерно так бегал от тех, кто меня полил. У тебя такая мишень сзади. А? У тебя такая мишень сзади. Вот, да, я даже, понимаешь, я даже не знал, что кофта выглядит вот так. Я ее смотрел, такой, о, что-то вот так прикольно. Я же посмотрел перед собой в зеркало. Я такой, о, прикольно. А потом на видео у ребят я вижу то, что у меня вот такой мишень. Кстати, вот сейчас вот видосик здесь будет, как меня выследили в итоге в ТЦ, как я там бегал, ходил, и вот реально такая мишень, я даже не думал про это. Но зато эта кофта очень памятная для меня, потому что прям... Фух, ну что же, ребят, остается 10 секунд до сходки. Я надеваю вот эту маску. Блин, как сейчас помню. Вот так надеваю маску. После чего вот таким образом накрываюсь и все. Готово. Все. А, смотри, смотри. Сколько народу тут. Главное, что... Не, что вообще не спалили, а то так это жопа будет. Это прям вообще нельзя никак. Все с меня смеются, но когда я сниму маску, еще буду смеяться лучше. Вот вы бы поняли, что я руда или нет, это нужно прям знать. Да, вот так вот я выглядел, только была еще белая футболка, вот. Вот с такой штукой прям бегал. Ну-ка, повернись, как ты сзади выглядел. Во, вот так. Да ну! Ну вот, вот таким я примерно выхожу в свет, прямо из торгового центра. Если что, я специально для видоса даже сохранил вот эти, такие неуложенные, немытые немного волосы, чтобы вы понимали, как это все было, ребята. Я хочу прям это донести один в один. Такая же погода была. Я считаю, за это лайк и подписка, реально, я прям постарался передать даже ту же атмосферу. Я мог бы чисто дома сесть, рассказать про все происходящее, но... Номер, это ты? Что же происходит дальше? Я выхожу из торгового центра, и сначала меня, ну, мало народу видит. А то есть беру такой, выбегаю, оп, здорово. Все смотрят такие, не понимают, чё, кто я. И начинается самая жесть. Я вижу только Сашку Зень. Вот, я думаю, вы его знаете. Это брат Домера. А Домера-то я не вижу. И люди другие тоже не видят Домера. Ну, человек 100, наверное, примерно. Я не помню, сколько точно было, но примерно так. И все. Люди начинают думать, что я Домер, потому что Саша говорит, он где-то спрятался, я в маске, по росту примерно так все сходится. И в один момент все начинают кричать, маску, маску, маску. Я такой, ё-моё, что я делаю? И я думаю, мне стоит раньше времени раскрыться, что я не Домер или нет. Там такая ситуация, что меня уже давить начинают, прям прессовать. То есть, представь, как много людей было вокруг, они все вместе меня сжимают. Я думал, если не я сниму маску, то скорее с меня снимут маску. Да, я снял маску, и все будто расстроились. После чего из торгового центра выходит Сережа Домер. Где Домер? Домера! Можно фоткаться, руда? Сейчас, давай Домера найдем, Домера. Да зачем маску снимать? Сейчас, я. Бро, Домера! Я не знаю, вон Женя. Я не знаю. Пожалуйста, это получилось. Ребята, давайте Домера найдем. Потом все сделаем. Где Домер? Я же не Домер.
Здорово! Санёк, где Серёга? Я жду его. Где он? Можно с ним ехали? Можно? Где Сергей? Здорово. Где Дома? Где Дома? Где Дома? Где Дома? Где Дома? Я не знаю. Где Дома? Здорово. Где Дома? Где Серёга? Где Дома? Где Дома? Где Дома? Где Галин, где Домер? Вот, еще один главный факт. У меня в руке была вот эта камера, я думаю, вы ее видите. У нас она идентична почти Сереже, но форм-фактор, в принципе, и цвет, но все выглядит так же. Вот. И уже когда появляется Сережа, я снова надеваю маску и понимаю. То есть, либо сейчас я перед Сережей раскроюсь, и это будет в моменте очень крутой перформанс, либо нет. Потому что Сережа на тот момент, он не понимал, кто я. Он просто говорит, о, какой-то чел выбежал в маске. О, кстати, там какой-то чел в маске анонимуса пришел. Они думают, что это я, а я не я. Какой-то чел в маске анонимуса пришел. Ну ладно, короче, все. Ну и что я делаю? Вот увидите прямо сейчас на кадре. Я показываю на Сереже, он делает вот так вот. Типа такая, заинтересовался, кто же я? Ну я такой, все, делаем. Снимаю маску, и у него реакция такая. Он был в шоке. Он очень удивился на самом деле. Вот, ну и все. То есть он узнал, кто я есть на самом деле. И по сути, Серега узнал, что я на этой сходке. Но он даже не догадывался. Я с ними не связывался, понимаете? Вот. Санек, Зенни еще до этого понял. Все там начали руда, привет. И давайте расскажу, как было дальше. Все вообще от лица обычного человека. То есть от меня. По сути, я был как обычный подписчик Домера. Ну, грубо говоря. Потому что это была моя первая сходка. Именно у Сережи. И первая сходка, в принципе, моя в жизни. Потому что меня даже начали узнавать. Спасибо всем, кто меня узнал. Просто вставай. Все, спасибо. Давай мы сфоткаемся с тобой. А вы хоть поняли, кто я? Нет. Ну и все. Меня этой человеческой волной начало просто куда-то нести. Сережа взял охранник, его куда-то повели, и вот эта вся толпа пошла просто куда-то. Вот так. А я в этот момент то в маске, то без маски. Мне говорят, а кто ты вообще? Что ты? То есть кто-то понимал, что я руда, кто-то не понимал, что я руда. И, кстати, я вспомнил, потом я подхожу к Клаусу такой. И еще я в маске был вот такой. О, я нашел мой путь, я нашел мою цель. Идем потихоньку. Открой! Зачем тебе выйти из этого ада? Я же блогер! О, камень! Да ладно! Вау! Ты понял? Я понял! Блин, офигеть! А нету тут второго каменщика? Я только один. Блин! Еще один каменщик там. А что это? А ты не знал, что я тут? Нет. А когда орали маска, маска? Нет. Я думал, это просто какой-то чел пробежал рандомно в звезду. Ну так и есть на самом деле. Ох, жесть. А кто ему может подарить камень? Это был я. Руда снова. Я такой, вау, Руда. Но он удивился, на самом деле, он тоже не ожидал меня увидеть, но говорили, что были догадки, что, скорее всего, я прилечу. А в чем секрет этого камня? Мы его нашли в Турции и в итоге возили по всем странам мира. То есть это Турция, Польша, там Германия, Испания, еще раз Турция. Франция. А, Франция. Потом еще Омск, то есть Россия, потом Москва, и сейчас он, наверное, поедет в Екатеринбург. То есть он с Арсением и остался, если я не ошибаюсь. Нас берет и всей волной вот так вот тянет к отелю Евразия. Он находится через дорогу. Не знаю, Серега просто туда отошел, потому что сказали, что уже вызвали полицию. Да, много людей писало. Офигеть! Ребята, извините! Блин, ну как тебе? Я 6 лет об этом мечтал. С Домером встретиться? Да. Блин, я тоже, я очень долго мечтал. Клаус, можешь потом с Домером? Я не Клаус. Я не Клаус. Клаус там где-то. Он сзади. Спрашивает, кто я, на меня показывает. Подожди, я не узнаю. Блин, как так-то? Здорово. Вообще отлично, бро. Ой, жесть какая-то. Бедный Серега просто. Привет. Здорово, ребята. Как? Давай другой.
Блин, меня тоже узнали, это приятно. Здорово. 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 Сфоткаться? Ладно, здорово. Я не Клаус. Идем дальше. Охрана просто стоит и что? Офигеть. Ну и вот мы встали там, начали фоткаться, потихонечку фоткаться. И тут я вижу, что едут патрульные машины, полиция. То есть все идет не так, как надо. Серегу забирают. Это было на моих глазах. Я отошел в сторону, потому что это другая страна. Серегу берут. И Серега, самое главное, вот за это спасибо Сереге. Он сказал то, что он вообще абсолютно один. Но по сути Серега реально, он же один организовал сходку. Там же никак не причастен Зенни, Клаус, либо я. Вот, поэтому он сказал, типа, он один, и все, он один уехал. Поэтому за это, Серег, тебе спасибо. Но по сути ничего страшного не было, потому что Серегу просто привезли, он написал объяснительную и вышел. По его словам, по крайней мере, это было. А тем временем я организовался такой небольшой компашкой и человек 15-20, наверное. Мы просто сидели, болтали, то есть из человек 200-300, может даже больше, которые там были, осталось процентов 10, либо 5. Мы все вместе вот так вот общались, остались. Короче, было на самом деле очень круто. Я уж тогда маску снял, уже был чисто в кофте. Но было тогда жарко, очень мокро, пипец. Но вот погода была прям вот такая, прям повторяю ее. Потом вроде к вечеру вышло солнце, но все же, все было вот так. И после чего все вообще было прекрасно. Серегу выпустили, он еще раз со всеми пофоткался, снялся, увиделся. Ну, с тем малым количеством людей, которые осталось, которые я сохранил. Грубо говоря, с моей сходкой уже встретился, с моими ребятами. Вот. Потому что он такой, Санек, все же я хочу все равно приехать, а то как-то неправильно. Вот, и поэтому с кем успел, он с тем пофоткался, с теми, кто остался со мной. Поэтому спасибо, кто подписан на меня, кто ставит лайки. Видите, вот знаете меня, оказались в итоге потом еще раз лично с Домером пообщались. После чего мы прекрасно провели вечер с Сережей. И вот, ой, ну не так звучит, да, странно как-то. Ну, поиграли в мафию, короче, было круто на самом деле. И все, в принципе, ребята ночью улетели в Астану, я остался один. Немножко на следующий день там что-то походил, погулял по Казахстану, по Алматы. Очень прекрасный город, ребята, очень хорошая страна. Спасибо большое за гостеприимство. Еще раз пишите в комментариях, кто из Казахстана. У вас очень круто. Фух, ребята, я очень переживаю, но, в принципе, на этом все. Это была моя первая сходка, на которую пришли мои подписчики. И, в принципе, моя первая сходка, на которой я побывал. Я считаю, это очень достойный и крутой поступок. Вот так вот взять и сюрпризом прилететь к другу на сходку. Увидеться с ним, тем более сюрпризом. Жалко, мне так никто не делает толком. Набираем 100 тысяч лайков, и я прыгну вот в эту яму. О! Ребята, если вы хотите, чтобы я тоже сделал сходку, то пишите в комментариях «Руда-го-сходку». Только без хэштега, просто «Руда-го-сходку». И тогда будет сходка в скором времени. Все возможно, ребята. Пишите, кого бы хотели увидеть на сходке. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.